Как тебе, понравится? Деликатес осенний. Стильная бабуля. Она мне чуть в глаз! Всем привет! Такое у нас доброе утро. Солнечное, яркое, теплое. Бонечка. А, Бонечка? Сегодня будем звонить ветеринару, записываться на прием. Если нас запишут на завтра, поедем завтра. Может быть, и на сегодня запишут. Если у них есть там окошко для нас. Нам уже пишет хозяйка той собаки. Спрашивает, ну что? Что-нибудь там есть? Что-нибудь получилось? Мы еще даже сами не знаем. Мы Бонни купили новый поводок. Вот этот немножко побольше. И он подлиннее, тут 5 метров. А тот у нас был короткий, по-моему, 3 метра там было. Вот это вот 5 метров. И ручка такая более помассивнее, побольше. И, кстати, и вот сама веревка, видите, какая? Там у нас был совсем тоненький шнурок, а здесь уже толстая, не порвется. Будем готовить завтрак. Хлебушек у меня. Мы недавно купили вот такую вот бутербродницу. У нас была уже такая давно, когда мы еще жили на старой квартире. Кто-то делал бутерброды и не протер ее. Кстати, сегодня приедет Маргарита, не знаю во сколько. Она сказала сегодня, ближе к вечеру, скорее всего. Время 12:30. Каролин, ты будешь просыпаться или нет? Пойдем уже обедать, а не завтракать. Каролина, 12:30 уже. Давай, просыпайся. Положу сюда колбаску и сыр. Прогрею вот на вот этой бутербродницы. Посмотрим, что получится. We're good, we never left the ground. But we need to take some weight off our shoulders. The fight isn't over. Can you let me be tonight? I will need some time alone, not forever, but when we're together, it feels like my spark's been left in the dark sometimes, cause when I'm with you, it's just like an airway, better than a band-aid, this could be love, not sure, but I'm calling. Сегодня Маргарита приедет? Да. Да. Она собиралась завтра приезжать, но сегодня приедет. Поэтому я не знаю, во сколько. Наверное, может, уже едут. Макса папа подстриг. Тебе нравится? Да? Покажи, кому тебе сделал линию. О, как. Круто. Мне только что Маргарита написала, сказала, что они уже в дороге. Где-то примерно час. И она будет дома. Мы сейчас хотели поехать в город, погулять с Бонни. Бабушка с нами не хочет, говорит, ножки болят. Сегодня она отдыхает, никуда не пойдет. Гулять пойдем? Пойдем гулять? Ты что делаешь? Если не переоденешься, мы не пойдем никуда. Там холодно, он в шортах сидит. Уже все, холодно. Нет, она не прыгнет так, ты чего? Прыгнет. Ей больно будет. Так, все, мы Маргошу ждать не будем, пошли мы, а то время поздно будет потом. Приехали мы. Сейчас. Надеюсь, там есть собачки, с кем поиграть. Вон там вроде есть. Немного, но есть. О, ну сразу мы занялись делом. Каролина на роликах. Там только большие собачки. Бонни. Она боится больших собак. Там две маленькие. А, вон там две маленькие бегают. Ой, все вместе теперь. Много собак. Мам, пойдем туда. Куда? Бонь, пойдем. Иди играй с песиком. Он за уточкой хочет. Там уточка плыла. А вон лебедь. Там большие собачки. Макс, она боится больших собак. Вон она лебедя увидела. Мам, давай купаться. Куда ты? Она сейчас поплывет еще. Хотел купаться. Раз. Да. Два. Прыгай. Она прыгнет, ты что? Ты трахнет Эйно. Ой, ой, привет. Привет. Ты
Чего ты разгавкалась на них, а? Да что ты говоришь? Вон, иди играй. Иди вон с собачками играй. Папа пошел машину заправлять, и Бонни сразу на чеку. Сразу проверяет, куда пошел папа. Да? Где папа, Бонни? Куда пошел? Мы хотим каштаны купить. Кто хочет кушать каштаны жареные? Это что? Папа, тебе как-то подстриг это неровно. С одной стороны короче, с другой длиннее, нужно подровнять. Глент! Привет, Глент! Какой Глент? Что ты тут делаешь? Да, папа вон принес бутерброд. А Бонни думает, это для нее. Она так смотрит, думает, сейчас мне кусочек перепадет. Это кесо. Там только сыр, по-моему, больше ничего. Вот здесь вот продают марони. Папа сразу заказал 0,5 килограмма. 16,50 стоит. Вот он жарится. Классно. Первый раз вижу, как жарится. Там уже Маргуша дома. Кто там, Бонни? Кто там приехал? Ты, у тебя лицо загорело, по-моему. Какая радость. Как брати? Пошла я машину мыть, там Бонька на это. Ей плохо стало. Пошла мыть. Не перелим, да? Да. Промахнулся. Так, что у нас тут? Это кофточка. А, нет, это жилетка. Мы сегодня были в H&M и в C&A. Такая вот жилетка тепленькая. И такая вот кофточка тоже очень теплая. Бабушка у нас мерзнет. Дома и тепло, но все равно она ходит в носочках, в теплой кофте. Такая теплая. Свитерочек. И тут у нас C&A. C&A мы больше купили. Это что это? Мочалка. Мочалку бабушки взяли. В C&A больше штанишек. По-моему, в основном мы штаны только одни купили. Да, в C&A мы только купили штаны. Вот такие вот джоггеры. Черные тоже с начесиком. Вот джоггеры. А? Вот. Ага. Так, вот такие вот штанишки. Такие. Я надеюсь, нам ничего не нужно будет подрезать, подшивать. Вот хорошие, тоже очень мягкие, пушистые. Так, и вот такие вот брючки. Вот. Вот так вот нужно будет подрезать. Как брючки с такими стрелочками. Кофточку давай. Сейчас развернется. Как мне? Небольшой, нормально? Не, нормально. Штанишки. Как я выгляжу? Хорошо выглядишь. Хорошо? Так, давай другие штаны теперь. Да, длина вообще замечательная, резать ничего не надо. Так, как мне встать? Угу. Хорошие штанишки. Красиво. Как модель. Все время. И они тоже длинные. Нужно будет подрезать. Ну, это такие дома ходить в них. Они очень теплые, мягкие, приятные. Вообще там какие-то не очень кофты были, не нашли подходящие. Только вот одну теплую кофточку нашли. Поярче надо что-нибудь, да? Да, поярче надо. Угу. Все, бабуля в джоггерах у нас. Да. Крутая. Где мне встать? Сядь, посиди уже. Устала туда-сюда вставать, садиться. Стильная бабуля. Нет. Никогда не кушала? Никогда. Ну, желание загадывай. А? Желание загадывай. Мы купили 0,5 килограмма каштанов. Макс, тарелочки принеси. Пластиковые, да, пластиковые. Вот они. Горелые. Не, ну это надо снимать. Видишь, оно внутри. Кушается, кушается не шкурка, а кушается вот это. Понятно. Она как сладкая картошка. Да? Да. Как тебе, понравится?
деликатес осенний. Картошка. Не, не на картошку похоже. На картошку? Нет. Нет, она что? Но она сухая такая. Здорово, она. Чистите. Она, видите, она такая подгоревшая, но внутри она нормальная. Чистим. Кушаем. Ну, не всем нравится, конечно. Каролин, тебе нравится? Нравится? Такая вот она внутри. Мама, она что, похудела? Нет. Наоборот. Она чуть-чуть поправилась, наоборот. Мама, она мне это в лицо кинула, знаешь, как сильно. Начинается. Руф, руф. Нет, Ксюша, не надо. Руф. Так, Маргарита, разгляди свой чемодан, пожалуйста. Она мне чуть в глаз не попала. Девочки, спать уже. Макс и Каролина сейчас подшерстятся. Давайте тоже. Ксюша скучала по тебе. Нет. Да, она плакала тут по ночам. Я с тобой говорит. Спала. Мама, все время, смотри, всегда, когда я что-то трогаю, и потом оно поломанное уже было, оно всегда меня отменяет. Так ты же трогаешь. Так, Ксения. Только, посмотри, оно было поломанное, я уберу, она говорит, о, это ты. Когда она что-то ломает, я говорю, это ты, она говорит, нет, это было. Хитрая. Соскучилась по кроватке? Да. Да, по тёпленькой. Мама там вообще то же самое, прям то же самое. Одеяло? Одеяло и подстилка. Да? Да. Ну, хорошо. Ну, все. А, ну все, давайте. Ну, что ты будешь спотыкаться в твой чемодан? Что ты делаешь? Все, пока, ребят. Всем спокойной ночи. Пока. Все, да, да. Только не шуметь. Пока. У мамы будет тебя ждут. Все, пока, всем спокойно. Пожалуйста.